Друзья, всем привет! Всех с Днем Вышиванки! Действительно красиво. Украинцы — это не только сила, это и красота. И вышиванка это напоминает в очередной раз. Но сейчас поговорим мы о другом, более приземленных вещах. В том числе поговорим о покушении вчерашнем на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. И о том, как это комментирует российская пропаганда. Ну и Путин начал свой визит к Си Цзиньпиню. В общем, обо всем об этом сейчас. Проанализируем все эти новости. А вы, друзья, не забудьте подписаться на канал. Прямо сейчас проверьте подписку. Если не подписаны, подпишитесь. Спасибо. Нажмите кнопку лайк, палец вверх. Спасибо. И, если можете, присоединяйтесь к нашему сбору на дроны для бригады Нацгвардии «Хартия», которая воюет под Харьковом. И сегодня, как вы понимаете, это очень важно и очень нужно. Давайте помогать сбройным силам Украины. Итак, друзья, у нас сегодня целый ряд интересных новостей. Давайте начнем с главной мировой новости вчерашнего дня. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Значит, Фицо, заседание правительства Словакии проходило в городе Гандлово, в таком небольшом городе в Словакии. После этого заседания Фицо вышел и пошел к каким людям, которые, значит, там, видимо, он думал, своим сторонникам. Один из них катился непосредственно к Фицо. После этого Фицо три раза, может быть, и больше. Вот посмотрите, как это было. Хотелось бы сразу отметить такое не очень профессиональное действие охраны Фицо. В общем, как-то вообще они всю эту историю проспали. Ну, да. Вот видео, посмотрите, как Фицо быстро несут, извините, волочат в машину для того, чтобы вывозить. Дальше его вертолетом он был отправлен в больницу, где его оперировали более 5 часов. Сейчас информация о том, что уже его жизни ничего не угрожает, но он пока находится в искусственной коме, то есть без сознания. И там ждем новостей о его состоянии здоровья. Кто же в него стрелял? Стрелявшего задержали. Это 71-летний писатель, политический активист и оппонент, политический оппонент Фицо. Там, кстати, появляется информация о том, что этот писатель связан как-то с вот этими ночными волками. Помните, вот это пророссийское, вот это ночные волки российские, такие нацисты, и они там по Европе разъезжали, и были какие-то организации в Словакии, которые с ними сотрудничали, возможно, этот писатель связан с ними. Но тоже интересное направление, но, скорее всего, это все-таки просто одиночка, вот как он сам комментирует свои действия. Не согласен с политикой влады. А поэтому ты со пред месяцем разводил, что? Ведь су ликвидованы масс-медиа. Прешу РТВС е нападана, прешу су людия мазад е прешу виоден из функции. То есть он говорит, что ему не нравилась политика Фицо, поэтому он пошел и решил в него стрелять. Конечно, история дикая, вчера об этом говорил весь мир, но и российская пропаганда, и как же они могли не перевернуть это, значит, в таком ключе. Теперь у них, послушайте, соловьиный помет, который рассказывает, что, представляете, в Европе насилие, политические убийства бывают, боже мой, послушайте. И на этом фоне идет вот два мира, понимаете, мир Европы, мир политических убийств, мир насилия, мир абсолютной лжи, запрещение свобод, Евровидение и которое возглавляет эти страны, жуткого ввода войск французского в Каледонию, с которой они не справились, с которой колония де-факто Франции, и где люди хотят свободы, и Макрон посылает своих французских держиморт, вот для того, чтобы... И там начинается там погром и все дела. Они хотят свободы, французы, пошли вон.
Их выгоняют отовсюду. И на этом фоне визит руководителя нашей страны в Китай, где, совсем другая атмосфера. Совсем. Вот. Это страна, которая безостановочно ведет войны, напала на соседей, убила сотни тысяч людей, в которой убивают оппозиционеров на улицах, в тюрьмах. И вообще, и соловьиный помет открывает рот, говорит о насилии. Страна, а еще, как он говорит, другая атмосфера у них с Китаем. Страна, в которой ровно год назад, меньше года назад, был бунт наемников, которые шли на Москву, по дороге сбивали самолеты и вертолеты российской армии. Ну ничего, это все уже забыл соловьиный помет, рассказывает, что у нас другая атмосфера. Да, ну и как вы слышали, полетел Путин к Си. Путин действительно взял свое практически все правительство и полетел на поклон к старшему товарищу, товарищу Си. Для Путина это очень важно, потому что Китай – это для России сегодня главная линия экономическая и поставок в Россию всего, что им нужно, как для экономики, так и для войны. Вот, собственно говоря, и все. Больше 100 миллионов тонн нефти в 2023 году Россия отправила в Китай, что на четверть больше, чем в 2022 году, то есть только наращивает. Сейчас Путина интересует проект «Сила Сибири-2», то есть газопровод, потому что «Газпром» впервые зафиксировал убытки. Все-таки без европейских потребителей газа у «Газпрома» дела идут так себе. Поэтому они хотят как можно скорее запустить «Силу Сибири-2», еще один газопровод, и качать газ теперь в Китай. Это главная тема у Путина. Ну и, конечно, война в Украине. И главная его задача, чтобы Китай не принял участие в саммите мира в Швейцарии, который организовывает Украина. Тут понятна задача, которую перед собой ставит Путин. Ну вот начало его визита. Посмотрите, как он там светится от счастья, этот... Мы, конечно, будем следить за этим визитом. Визит этот важный. Возможно, Путин, после Путина Пекин, потом Харбин, это китайский город близко к границе с Россией. И, возможно, дальше Путин еще и залетит в Пхеньян, в Северную Корею, в свой просто образец. Ему там все, знаете, перенять опыт. И к своему еще одному союзнику после Китая, к Северной Корее. Будем следить за развитием событий. Ну а пока из хороших, друзья, новостей появились уже данные о том, все-таки каковы были результаты удара по аэропорту Бильбек. Кстати, этой ночью опять в Крыму было громко. И есть данные, что был поражен склад с ракетами для российской авиации. Во всяком случае, взрывалась и была и дальше детонация. Ну а предыдущей ночью, как теперь мы знаем, в Крыму было уничтожено 2 самолета МиГ-31. И система ПВО С-400, новейшая российская. Так что, друзья, это хорошие новости. Ну что, помогайте, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте про наш сбор для бригады Нацгвардии «Хартия», которая сейчас сражается под Харьковом. Держим строй!